для Богородицы Рождественского храма деревни Тарычево празднование в честь иконы Троеручицы – уже многолетняя традиция. Согласно ей, совершается богослужение и крестный ход вместе с иконой. История этого образа Богородицы тесно связана с жизнью одного из известных святых отцов церкви. Это древний образ датируется IV веком, когда был преподобный Иоанн Дамаскин, и за клевету ему отсекли руку. И он молился Божьей Матери, очень слезно молился, и он получил исцеление. И в дар исцеления, в знак благодарности к Божьей Матери, к иконе, которой он молился, приложил третью руку. По традиции литургию посетили представители духовенства Видновского благочиния и прихожане. В такой празднично-благодатной атмосфере и прошло богослужение. Благословенная служба была, очень большая благодать. Вот. Все прихожане приложились к очень почитаемой иконе в этом храме Троеручицы. Многие прихожане посещают такие богослужения целыми семьями. Наталья Туманова вместе с мужем и двумя детьми живут недалеко. Они ходят в Богородице Рождественский храм каждое воскресенье и в праздничные дни. Для нашего храма просто я знаю, что эта икона является чудотворной, что она у нас такая исполнительница желаний семей нашего храма. Поэтому мы ее так чтим и любим. Верующие молятся перед ней о даровании исцеления от всевозможных недугов. Приложиться к иконе можно только в этот праздничный день. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.